Всем привет! Сегодня мы посмотрим на Ленорман, авторская колода Ленорман из Пентаграмм. Ну, как бы есть любители этой колоды, поэтому сделаем. Посмотрим, как видит вашу личную жизнь Ленорман. Могут смотреть. Смотрите все, в паре вы, не в паре, одинокие, встречаетесь, думаете, загадываете. Ну, это как бы... Посмотрим, как видит женщина, мужчина. Посмотрим, где ваша пара, насколько вы отстоите друг друга, далеко, близко ли, что, какие пространства. И как развивается. Карты, ну, побольше, чем эти. Ну, то есть, понимаете, поэтому сложно выкладывать, вот, насколько побольше, вот, понимаете, поэтому будем немножечко их как-то подлаживать под это все, под съемку, и выкладку я дополнительную я сделаю на другом столе, ну, как бы, и буду переносить. Ну, свой расклад делаю. Так. Что в итоге? Сейчас посмотрим. Ваша личная жизнь. Тут изображения мужчины, женщины не прорисованы. Я имею в виду художественно лица, фигуры. А просто... прописаны. Так. Итак. Ваша личная жизнь. Давайте посмотрим сейчас на данный момент и пойдем дальше. Кто у меня на канале и смотрит, вы знаете уже эту выкладку. Иногда я с другого ракурса снимаю, там видно и одну, и вторую, как я перемещаю сверху, если. А тут как-то так будет. Ладно, все, поехали. Мужчина, женщина. Что там у вас сейчас? Ищем женщину. Ну и походу мужчина. Так, женщина есть. Женщина есть. И мужчина. Опа-опа. Ну, смотрите, может быть совершенно рядышком. Может быть. В принципе, что можно сказать? Мужчина для вашей жизни, если вы одиноки, для создания союза, прочного союза. Здесь вообще руна Одал на этом кольце нарисована. Поэтому все может быть. Смотрите, здесь еще за вопросы сада за спиной у мужчины. Вы можете познакомиться где-то в открытом пространстве, даже в интернете. Скорее всего, может, мужчина там подыскивает как-то, ну или случайно выйдет, или кто-то кому-то на страничку напишет, ну или вас увидят, узнают, ну знаете, как-то, или знают, к примеру, уже вы где-то были знакомы, и тут ваш облик замелькал. Ну, здесь есть такое состояние, которое, скорее всего, вас соединит, потому что кольцо между вами. Может быть, я рассказываю историю, а вы, может, уже и будете узнавать такие события. Далее. И в принципе, вы тут подумываете о некой сердечной дружбе с таким очень интересный, тут не простой маленький песик, а довольно-таки взрослая собака.
Мощная собака для рода. Ну, как-то у вас желание этого же рода, ну, как, может быть, чувств, может, вопросы дружбы. Все-таки какая-то длинная дружба с кем-то связывает. И вы просто подумываете, о чем это вообще? Ну, как-то. А может быть, даже и не думаете, что это может быть о чем-то. Так, все. Мы вас оставляем. Мы вас оставляем. Так, я сделаю всю выкладку и начнем. Ну, почти. Почти. Тут немножко прячется, но будет видно. Итак, на данный момент ваша ситуация вообще. Ну, смотрите, это вопрос закрытия, это вопрос перерождения, это вопрос закрытия и открытия нового. Может быть, у вас вообще по жизни, к примеру, другой партнер, и вы с кем-то поссорились, вы с кем-то вообще уходите от кого-то, закрываете какую-то свою прошлую ситуацию. Может быть, вы вообще закрываете свою линию как бы жизни. Вы хотите перерождений, вы хотите новых отношений. Вы хотите вообще всего нового, вообще всего нового. Так, давайте посмотрим, что у вас на сердце, у женщины на сердце. Вы заняты, скорее всего, своими достижениями и вопросами труда, устройства, быта, добычи, красоты. Все вокруг да около. Ну, как бы вопросы вот. Можно сказать, все для меня любимое, даже как-то так. Может, вы на кону поставили какую-то ситуацию, достижение определенной цели. А может быть, вам детенышей ваших кормить надо, и вы тут рыскаете по лесу в поисках добычи. Как-то так. Ну, тут напряженная немножечко, ну как, заостренная, может быть, даже ситуация у вас по душе, на сердце. Наострили как-то ушки ваши. А с другой стороны, если конкретно уже в отношении, может, конкретно взятого человека, тут опять же вопрос, куда все движется и как это все меняется. Лиса своего не упустит, это однозначно. Так, ну смотрите, вы тут всадница, может быть, действительно желаете желаете ого. У вас тут такие энергии,
За плечами змея. Ладно, давайте посмотрим все-таки мужчину еще. У него обновление, ребячество какое-то или новые возможности для кого-то. Для кого-то, смотрите, может вопрос детей точно касаться. Мужчина может думать о деторождении или вообще наслаждаться своим ребенком. Как-то новорожденный. Вопрос этого развилочки у него за спиной может очень сильно стоять вопрос, куда пойти, куда податься, какой выбор сделать. Тоже человек. Так, сейчас. В ногах. Сейчас, подождите, давайте я и солнышко, луна и солнышко нормально? Нормально. Все как обычно у Александры. Луна и солнышко. Ну, куда деваться? Ладно, смотрите, чего бы ни касалось, есть у вас партнер, нет у вас партнера. Женщина занята своим становлением. Женщина раскачивает свою женскую энергию, свои пространства, она в бегах, в хорошем смысле этого слова, она постоянно куда-то движется, потому что здесь и всадник, а здесь вообще всадница такая, может быть у вас вопросы новых знакомств или вопросы встреч, наполнения или все дело касаемо вообще преобразования своей жизни, сексуальности, красоты. Вот такого наполнения внутри себя. И может быть действительно очень как бы вас не то что тревожит, они заботят, скорее всего, заботят вас вопросы женской красоты, наполнения, очарования. Ну и как-то так. Ну, я не могу сказать, что вы отдали все свое как бы время быту, кастрюлькам и еще чему-то. Нет, здесь совершенно не то. Здесь женщина очень даже, ну как-то, может, вы прошли какой-то соревновательный период, когда кто-то возле вас или подначивал, может, какая-то подружечка такая подначивала вас, вот, как ты выглядишь там туда-сюда или еще, а вот посмотри вот туда. Ну и как-то вы в соревновательный период в такой впрыгнули, тоже может проходить. Мужчина здесь, в принципе, который думает о своем, о мужской своей харизме, о возможностях, он уходит, желает очень сильно уйти от каких-то странных вопросов. Может, эти вопросы все-таки касаемо действительно, когда он хочет поменять всю свою жизнь, к примеру, если вы не знаете такого мужчину, ну, то есть ваш мужчина, который вам скорее по судьбе, потому что такая карта кольца союза довольно интересная здесь выходит, но все-таки будем смотреть на прорисовку этого, на прорисовку колоды, все-таки что выдает колода. И вначале я сказала на карту этого кольца. Может быть, еще вопрос, что его печалит или тревожит какая-то его собственная сила по вопросу обновления. Справлюсь ли я? Я хочу в новое, я хочу новый мир, я хочу новую жизнь, но справлюсь ли я? Есть ли у меня силенки? Хватит ли мне? Или, ну, как бы, или нет, к примеру. Но, скорее всего, такое психическое состояние он подавляет. Тут может быть еще и вопросы пары, может быть, или вы кого-то конкретно задумали, но ситуация на данный момент между вами очень лежит, гробик вон там, с катафалка выпадает, так сказать, потеряли куда-то. Вот тоже очень интересная прорисовка такая. Что-то случилось или вопросы закрыты, может быть, опять же, что-то кому-то не понравилось, или, может, опять вопросы стоят о детях, вопросы стоят о вообще жизненной ситуации, как ее развивать. То есть вопросы могли стоять остро, но
Я не знаю, ну, может быть, что вы давно не видели или как-то такой даже не вяло текущий процесс, или давно уже, совершенно давно этого человека, ну, как бы забыли реально давно. Ну, не то, что забыли, ну, как-то задумали. И каждый занимается своим делом. Ну, какая-то. Ух ты, рыбки. Ничего, неплохо. Ну, сейчас будем смотреть. Смотрите, письмо может подтверждать, что вы познакомитесь или знакомились. Или было у вас такое знакомство, которое я уже сказала, у мужчины за плечами был сад. В самом начале это или интернет, или общественное место, ну там, где много народу, или вообще такая открытая местность, пространство, или какие-то празднества, гуляния, ну что-то в этом роде. Для кого-то это вообще ситуация была решения ваших, скорее всего, каких-то документальных проблем, или, ну, может быть, и не совсем проблем, но решение, но, скорее всего, каких-то проблем, потому что вам это надо было решить, вы, может быть, были в некой недопонятке, искали выход, вопрос денежный мог быть довольно, или с большими деньгами связан, но тут некое преобразование. Как-то вот эти бумажные вопросы вы решали. В принципе, мужчина, ну, мужчина мог быть немножечко ошарашен или огорошен неожиданностью. Вот что-то новенькое для него, совершенно неожиданное. Или, возможно, еще так, решить или не решить проблемы. Может, он в шоке был, потому что вы к нему обратились, а ему было сложно решить эти вопросы, к примеру. Или какие-то, по его мнению, нерешаемые эти вопросы. Может, тоже как бы или на уменьшение, или... Ну вот, новенькая, или вопросы детей напрямую. Но он очень-очень как-то хотел это все решить, вот как-то все это открыть. Но двойственность у него вот это стоит. Это некое сравнение. Надо, не надо, что из этого выйдет. Или огорошили его какой-то такой вот просто ситуацией, из которой ему приходилось, ну, пришлось, приходилось или придется находить выход. Так, поехали дальше. Ключики, разговоры, ключики. Тут для вас идет ключ. Очень интересная здесь прорисовка креста, потому что я всегда, я на нее, сколько бы ни глядела, у меня первая ассоциация звезды и все. Хотя это крест. Так, поэтому я ее так, все равно у меня как-то при позитиве, и вот этот позитивчик все-таки по клеверу у нас идет. Так, есть уже некое соответствие, потому что собачка-то пошла уже к нему поближе на сердце и его дом, его становление. И ого-го, и колечко. Ну что, в принципе, если у вас еще нету такого знакомства, то, скорее всего, у вас предстоит вот где-то такие описываемые мной эти события. Вы будете искать ключ к решению ваших проблем. Может быть, то ли тяжесть такая, ну, вам этого по сути не избежать, это на сердце у вас. Тут у вас хорошее стечение обстоятельств выходит, вас, скорее всего, вводит судьба, такой хороший поворот жизненный. Клевер немножечко говорит о том, что судьба вам все-таки укорачивает дорогу, поспособствует открытию для вас таких дверей,
Может быть, тут вопрос, опять же, у вас за спиной остается, ну, как бы птички, да, но вы можете подумывать о серьезности, несерьезности, ну, то есть некое общение есть, но к чему оно приведет, там будет видно. А мужчина тут, он как-то может и поэтому впрыгнул в тучки, но будет из них стараться выйти, потому что у него серьезный вопрос выходит по дому. По дому, по союзу, ну, как бы кольцо. И теперь смотрите. Первая ситуация. Женщина может вообще, к примеру, закрыла свои отношения и пошла в новое, потому что ей что-то поднадоело, и хочет вообще новой жизни. Ну, еще какие-то документальные решения с этим мужчиной, скорее всего, имеют место быть. Мужчина подумывает о том, что связан крепко-накрепко, и в этом случае он уходить не хочет. У него есть привязанность к этой женщине. То есть, если тут какой-то разрыв по гробику, он уходить не хочет. Это для него взрывоопасная ситуация. Это раз. Другая ситуация – это когда мужчина, к примеру, вы познакомились, вы мужчине очень сильно понравились, у вас какое-то общение, но у него может быть некий сталый союз, по которому он понимает, что он впадает в ступор, потому что у него развивается привязанность к вам, выходит это на глубоководные чувства, он бы хотел с вами, скорее всего, именно с вами соединить, ну, как бы соединиться, дом вместе иметь, какое-то, ну, может, это у него экстатическая мечта такая, вот все, он прям, когда в энергоресурсном состоянии, его не покидает такая мечта, как-то так. Но опять же, пока то, что я рассказываю, мы дойдем до финальной карты. Вот, мужчина хотел бы союза с вами, но может быть, что у него есть некие обязанности, потому что под кольцом все-таки лежит развилка и у него на душе собачка. И третье, это может быть, когда каждый человек совершенно отдельно, вы пока не познакомились, но уже дорога ваших преображений довольно близка, очень близка. И эти люди будут менять в отношении друг дружки свое положение. Мужчина может задумываться о том, что он хочет встретить сердечного друга. Он хочет семью, он хочет, может, ему уже поднадоело там солнышком, одиноким солнышком катиться по небосводу, он хочет как бы в союзе луну свою. Дайте мне мою луну. Вот. Я надеюсь, я три варианта сказала, поэтому пошли дальше. Что у нас идет дальше? Дальше у нас идет, ой, подождите. Дальше у нас идет развитие событий. Это у нас сердце, книга. Женщина понимает, что при неком общении у нее раскрывается душа, и она более-более как бы углубляется в состоянии, жизненном состоянии. Она вот тут уж она входит в некую экстатическую энергию, потому что книга открывается, она более открывается, она более расширяет свое пространство, наполняется, у нее желание жить, у нее желание существовать, встречаться, у нее сердце поет. И поехали дальше. Тут уж интересное дело, почему у нас пошли метлы, но сейчас посмотрим. Или вопросы. Так, кораблик направляется в сторону женщины. Мужчина хочет перемен однозначно.
Лилии, король пиковый. Ой, лилии идут самого мужчину. Вот тут уж идет характеристика более как бы на его позицию ложатся лилии. Он думает о долгосрочности, он думает о возможностях, он думает о чистом союзе. И пошли еще, что у нас тут? Крыски. Почему крыски? Смотрите. То ли ситуация будет проходить через некое сопротивление, ну тут как-то притирка, может быть обычная какая-то притирка характеров. С другой стороны, на три варианта мы вышли, да? То есть, когда женщина уходит вообще совершенно в свою жизнь, она хочет открытого пространства новой любви, тогда более понятно, мужчина к ней привязан, привязан надолго, он бы хотел, ну как бы наоборот, чтобы, может, он смиряется с ситуацией, но он хотел бы приблизиться, но он приблизиться не может, потому что понимает, что идет какое-то противодействие, и это для него постоянный убыток. Это, ну, как бы в союзе для него постоянный убыток. Если это ситуация, когда мужчина занят, женщина подумывает о том, что, ну, у женщины ситуация, в принципе, открыта, она понятна. Тут для мужчины есть противоборство, он бы хотел приблизиться, но женщина хочет чистоты и открытых отношений, правильности, и он может побаиваться за спиной. Его стоят эти проблемы, как это все, ну, как с этим всем справиться? Потому что на душе у него ясно, неожиданно ясно, не совсем ясно. Неожиданно возникла вот такая ситуация обновлений, и он желает, просто очень сильно желает в нее войти. Но ему при этом надо явно делать и предпринимать некие шаги по выходу. Если он хочет быть в одном месте, ему надо уйти из другого. И, скорее всего, пока так скажу, он эти шаги будет предпринимать. Если третий вариант, если вы пока не знаете друг дружку, женщина сооружает свое пространство, мужчина занимается очисткой своего пространства. Скорее всего, у него в голове солнышко, он хочет ясности, он хочет чистоты каких-то отношений, он хочет, ну, может, он подошел к некому такому состоянию своему, что хватит уже перемещаться по жизни туда-сюда, я хочу укорениться, я хочу как-то быть на своем месте, я хочу уважение, почет и вообще. Он будет, скорее всего, решать вот эту развилочку, вот эта непонятная ситуация для него. Он будет стараться двигаться в направлении. В направлении того союза, который его интересует. Так, поехали дальше. Что у вас? Такие дерева у вас. Пока вы в немножко сонном состоянии, подтверждает гора. Скорее всего, женщина. Ну, тут дерево у нас без листвы. На якорь. Тут что-то серьезное, потому что эти двое встают на якорь. Мишка, коса. Мужчина будет подводить итоги явно своей жизни. Мужчина будет убирать все то, что ему мешает, к примеру, войти в свою новую жизнь или достучаться до своей экстатической энергии, радости, счастья, любви ну, грубо скажем, отличного секса, это будет грубо сказано. Вот, мужчина будет предпринимать такие действия в любом, просто в любом положении. Если вы пока не встретились, то это союз как уже и показали, якорь подтверждает для соединения. И
судьбоносный все-таки союз. Мужчина тут себя ощущает прям медведем сильным, властным. Вот то, наконец-то, то, что я искал. Вот я могу себя именно так проявить, к примеру. Если мужчина, который, женщина, вариант вот тот, когда женщина убегает от мужчины, к примеру, решила уйти от бывшего, тут мужчина будет любыми способами стараться удержать. Вот тут он так и показывает, ну как бы он не проявляет, он не отпускает такую позицию, может подавливать вас, ну как подавливать, или манипулировать, может жонглировать, я пока скажу, жонглировать денежным вопросом. Если у вас есть какие-то завязки по денежному или по вопросам детей, он может такими вопросами жонглировать, дабы перекрыть свои надобности, именно свои надобности в общении, потребление и так далее. Во всех двух остальных, как бы, вариантах, скорее всего, мужчина будет подчищать, дабы войти в новое. Женщина, тут вы пока медленно произрастаете, медленно движетесь в том направлении, в направлении становления. Есть какие-то ощущения, что как будто бы эта дорога длинная, это может быть далеко или какие-то преграды, может быть даже некая тяжесть у вас на душе, такая, когда же это в конце-то концов случится? Случится, потому что оно есть. У вас уже вот тут на якоре Мишка стоит, он у вас запрограммирован, так сказать, судьбой. Так, поехали дальше. Так, ну смотрите, у вас на сердце перемена судьбы, аисты, семья. Так, карта изоляции на якоре, это скорее всего письмо, это законность, законные отношения, узаконенные. Держите букет, счастье, радость. Тут пара уже будет выходить. Тут пара у нас выходит. В его пространстве он встретил пару. Вот как-то так. Так. Перемены. Может быть еще что? Вопросы в документах, вопросы встреч. Может быть у вас решение вопроса. Так, сейчас подождите, потому что у нас на несколько версий разложено. Законные могут быть, могут проходить, могут быть встречи еще. Так, стоп. Если женщина пошла. Если женщина пошла в свое плавание. Смотрите, девочки, если вы пошли, вот версия, когда вы одиноки пошли в свое плавание, у вас точно встреча с вашим. У вас есть мужчина, который идет вам мужа, судьбоносный, у вас будут законные отношения. Еще что здесь может проиграться? Здесь может проиграться некая встреча перед, будут какие-то отношения. Именно в этом варианте. Ну, как бы, дабы излечить ваше сердце, открыть вот такое движение, свою энергию, как-то так, чтобы вам полегче было. В таком случае, скорее всего, мужчина очень сильно к вам, ну, как-то привяжется. Но тут все-таки аист на сердце, и как-то он улетает вглубь, все-таки вглубь вас. Ну, может быть, мужчина. От рыбки письмо, неожиданное общение.
Тут, в принципе, единственный вариант, единственный. Ладно, смотрите, если мужчина, вариант, когда вы разошлись, вы идете в новом направлении, мужчина идет к вам, мужчина новый, и вы его встретите для изменения своей судьбы, и встретите именно так, как я и говорила. Еще вопрос того, что ваш бывший, скорее всего, не оставит вас. Тут как будто бы не оставит вас в покое, он как-то будет приклеен, что ли. Он время от времени будет о себе напоминать. Просто время от времени, или если возможно, по его желанию, это постоянно. Но дадите ли вы, как бы, такую возможность, это уже от вас там зависит. Ситуация о будущих, здесь, скорее всего, именно такая встреча в будущем, которая открывается и о которой здесь идет речь. Ну, то есть то, что я вам уже рассказала. А вот перемены вашего жизненного пространства, мужчина для семьи, для узаконенных отношений, мужчина и женщина, мир. Тут что-то явно закроется с белой картой. Ничего. Тут единственное, девочки, что я хочу сказать. Тут единственная версия, девчонки. Семерка мечей переворачивается. Пятерка мечей. Смотрите те, девочки, версию, когда я сказала, что мужчина женат. Он будет делать все возможное, но это затянется на, ну, очень какое-то долгое время. Он очень хочет и будет видеть вас своей женщиной, даже для своей жизни, женой. Но то ли он не доведет дело начатое до конца, ну, как бы... Для вашей жизни действительно есть мужчина, покровитель, и вы перейдете с ним на более... судьбоносную линию. Вы перейдете... Тут только в третьем варианте, который я озвучивала, время затянется немножко времени, девочки, и будет все идти очень хорошо, как бы будет, ну как, будет много работы проведено, вы будете в ожидании, и мужчина много работы проведет, он будет искренен в отношении вас, действительно, он будет хотеть все это дело сделать, но почему-то вы все равно в таком случае останетесь... Ну, что ли, не дойдете. Тут, может быть, не дойдете до того пункта именно с этим мужчиной. Ну, как-то так. Вот в одном варианте, когда мужчина занят. Хотя он действительно будет делать. У вас тут какие-то нескончаемые встречи все-таки идут постоянно-постоянно, а потом, может, вы именно дойдете до того момента, что вы хотите менять свою судьбу, и вы больше как бы, ну, какие-то у него... У него выходят какие-то проблемы. Все-таки. Причем такие. То ли у него проблемы возникнут в союзе, то ли у него проблемы возникнут дома. Ну, что-то будет. И он будет это решать. Ну, как-то... Как-то единственный этот вариант, единственный. Хотя у вас, может быть, даже некие договоренности будут уже.
прям договоренности чуть ли. Вот будет все будет выглядеть, что как будто бы устаканилось, вошло, все есть. Но потом в последний момент, в самый последний момент будут изменены обстоятельства. Еще раз говорю, это в последнем варианте, когда мужчина изначально занят, и он решает поменять свою жизнь, развестись и пойти в другую. Во всех двух остальных вариантах то, что я вам сказала, мужчина судьбоносный, вы встретитесь именно так, и это ведет к развитию вашего законного брака, к законному браку. Мужчина вас любит, туз чаш и ваш император. То есть мужчина все-таки для семьи, для жизни, восьмерка пентаклей через двойку пентаклей. Все-таки много-много работы идет в этом направлении. Вот. Ну, еще, девочки, тут есть такая подоплека именно в том варианте, в который я сказала с ноской. Здесь может быть не мужчина даже. А смотрите, чтобы даже как бы вам не казалось, у вас сердце все-таки спрятано за, ну, понимаете, оно как-то, чтобы не получилось так, что в самый последний момент именно вы и откажете этому мужчине, вы именно откажете этому мужчине. Он всю дорогу шел к вам, всю дорогу, к примеру, встречи, может быть тяжело, может там с сопротивлением, еще как-то так. А вы вот в самом последнем моменте можете, в принципе, повстречать другого мужчину. Ну, как-то так бывает. Все, но помните, если кто-то вдруг запутался, я рассказала три версии по этому раскладу. Ну, то есть, и так, как всегда, стараюсь. Это, конечно, сложнее. Намного. Можно взять одну и идти по ней и сказать все только по одной, и никто никогда никуда не путается. Но я стараюсь работать так, как я работаю. Все, спасибо вам и до новых встреч. Я вас люблю. Пока-пока.